сказати, без тебе не можу спати, і мій серце по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу, серце своє покажу, тобі про все розкажу, з настільних картин. Оживают картины, истории, герои их. Я сижу за чашкой кофе, сочиняю стих. Временами мертвый, но чаще живее всех остальных. Не сплю темными ночами, видимо, уже привык. Найдутся ли мои треки в твоих плейлистах? У меня все как обычно, все на привычных местах. Привычные слова и люди вполне привычные. Посижу часок и выдам что-нибудь личное, знаешь. А ведь я не видел тебя уже несколько лет. Может быть, у тебя теперь есть дом и семья, почему бы и нет? Иногда непрошенные являются призраки из прошлого, но для тебя я бы точно этого не хотел, нет, родная. Люди жестокие и злые, а как никто это знает. Надеюсь, что никто тебя не обижает. Поверь, где бы я ни был, я часто тебя вспоминаю и льщу себе тем, что тебе тоже меня иногда не хватает. Холодно, снежно, убей меня нежно. Я написал в твоем падике, за что получил лютых лещей от жирной злобной консьержки. Мне выделили ведро и тряпку, чтобы оттереть краску, но это падло засохло и нифига не оттиралось. Я тогда по-тихому свалил, разрушив прекрасную сказку про смелого принца. Жестоко обидевшись, ты очень громко ругалась, а эта надпись до сих пор осталась. Как остается то, что стереть не в силах ни время, ни старость. Как хорошее кино, к которому и возвращаться в радость. Для двух зрителей всего это практически вечный блокбастер с тупейшим концом. Но как же прикольно все начиналось.